Сашке даємо зараз слово і відпускаємо, знаємо, що маєте йти. Спасибо большое. Здесь очень правильно был поставлен вопрос вот, по военному сбору. Вот мы вместе с коллегами зарегистрировали законопроект и требуем приостановить сейчас военный сбор до тех пор, пока не будут расследованы все те коррупционные схемы, когда мы слышали в Укроборонпроме, ресурсы направлялись не по назначению. Когда будут приостановлены те схемы бизнеса на крови, который 5 лет процветал, к сожалению, а у каждого человека с его зарплаты мизерной отбирали военный сбор. Тоже касается вопроса сегодня пенсий, тарифов и субсидий. Мир – это номер один. Без мира в страну не придут инвестиции. Без инвестиций мы не восстановим экономику. Потому что социальная защита – это следствие экономического развития. И мы сейчас уже четко своей командой подготовили социальную стратегию развития страны. Мы понимаем, как вернуть страну хотя бы к стандартам 2014 года, когда та же пенсия была в 3 раза выше, чем сегодня. Понимаем, как пересмотреть потребительскую корзину. Понимаем, как сегодня людям дать автоматическую субсидию, реструктуризацию, задолженность и дать нормальную тарифную политику. Это то, чем занимались как раз Виктор Медведчук вместе с Юрием Бойко на встрече в Санкт-Петербурге. Поэтому я абсолютно уверена и всегда соглашусь с фразой Рейгана. Если у людей будет свобода выбора, они проголосуют за мир. Нам нужно все вместе объединиться и проголосовать за мир. И будет все хорошо. Мы дякуем, Наталья Королева.